Здравствуйте, друзья! С вами Ром Ромыч и мой канал «Братья Эрстройка». Сегодняшнее видео о том, как подключить RGB светодиодную ленту без контроллера. Зеленый цвет, синий, красный, зеленый с синим, синий с красным, зеленый с красным, все вместе. Вот как выглядит пульт управления. Эта кнопка питания подает напряжение на трансформатор. Эта кнопка смены цветов. Три клавиши. Питание светодиодной ленты происходит от трансформатора постоянного тока, который я расположил в сдвоенный подрозетник под ОНАМ. Дно этого подрозетника я обрезал, чтобы трансформатор вместился, а стенку чуть-чуть углубил в глубину. В соседней коробке коммутация проводов RGB ленты. Друзья, на этом видео я представляю для вас схему подключения светодиодной RGB ленты без контроллера через обычный трехклавишный выключатель. Напряжение подаем фазу через выключатель на трансформатор 0 напрямую. Тем самым мы защищаем трансформатор вот этой клавишей от бесконечного холостого хода и ненужной растраты электроэнергии. Выход с трансформатора минус пускаем через трехклавишный выключатель, который в свою очередь раздает этот минус на все цвета по отдельности, либо все вместе. А плюс пускаем непосредственно на светодиодную ленту. На этой схеме я все, чтобы вам было понятно, выполнил согласно цветам. Смотрим, как это работает. Все, питание на трансформатор подали. Далее просто выбираем нужный нам цвет. Синий, красный, зеленый. И комбинации. Синий плюс красный, синий плюс зеленый и зеленый плюс красный. Или все вместе. Итого имеем 7 цветов. При подключении светодиодной ленты настоятельно рекомендую учитывать мощность самой ленты. Данная лента состоит из 60 светодиодов на 1 погонный метр и имеет мощность 14,5 ватта в метре. При выборе трансформатора и не забываем оставлять 20% запаса по мощности. При монтаже проводов, выходящих из трансформатора, учитываем длину проводов, а также мощность светодиодной ленты. И правильно выбираем сечение провода. Все, друзья, надеюсь, мое видео поможет вам в вашем труде. Всего доброго!